Привет, друзья! Сегодня с вами мы приготовим жареные окорочка. Готовится быстро и получается очень вкусно. Если хочется что-то быстро приготовить, это самое то. Для приготовления мы возьмем 4 куриных окорочка. Каждый окорочок разрезаем пополам. Убираем кожу, жир. Кожу можно не убирать, это кому как нравится. С ней получается даже вкуснее. Но я не буду ее использовать, так как для меня будет это очень жирно. Возьмем 5 зубчиков чеснока и нарежем дольками. Затем ножом делаем отверстие и вставляем туда чеснок. Солим, перчим по вкусу. Лук нарезаем полукольцами. Возьмем паприку сладкую и посыпаем примерно чайную ложку. Затем высыпаем чайную ложку приправы для курицы. Все хорошо перемешаем. Берем сковороду, выливаем масло, разогреваем и отправляем туда окорочка. Обжариваем на сильном огне со всех сторон до образования румяной корочки. Закрываем крышкой и жарим на среднем огне минут 30, периодически переворачивая. И вот прошло полчаса, окорочка хорошо поджарились, получились ароматные, нежные и вкусные. Теперь выкладываем на листья салата и украшаем веточками петрушки и укропа. Подавать можно с любым гарниром, а можно просто быстренько нарезать салатик. Получилось очень аппетитное блюдо. Готовится быстро и просто. Что может быть лучше, когда прибежал с работы, хочется есть и надо что-то быстро приготовить. Ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо, пока-пока, до новых встреч!